Зал подпевает народному артисту России Василию Овсянникову. Его концерт стал подарком для зареченцев к Дню защитника Отечества. Певец уже бывал в нашем городе и с нетерпением и трепетом ждал новой встречи со зрителями. Я еще раз увижу эту потрясающую публику, которая может подарить те эмоции, которые я им дарю. И, наверное, вместе мы сделали одно общее дело. Это День защитника Отечества. Мы были едиными. Василий Овсянников – известный вокалист, профессор кафедры сольного народного пения Московского государственного университета культуры и искусств. Он выступал с концертами в 137 странах мира, три раза по километражу поездок, обогнув экватор. В репертуаре Василия Овсянникова почти 3000 произведений. Программа концерта в Заречном была составлена так, чтобы зрители услышали не только песни о войне и героизме, но и романсы и баллады о любви. Василий Овсянников находился на сцене несколько часов. Он выступал сольно и в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Светланы Исаевой. Общался с публикой. Артист уверен, на сцене нужно быть искренним. Только тогда получится найти отклик в сердцах зрителей. Я так учу своих студентов и всем говорю, петь надо всегда живьем. Петь надо всегда одушевленно и как последний раз. Начнешь экономить, значит, все. В следующий раз уже не годится. Орган, который не тренируешь, он отмирает. 23 февраля в нашей стране – особый день. В этот праздник принято чествовать тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений, кто стоит и будет стоять на страже ее интересов. Я хочу вас всех, а особенно наших заслуженных ветеранов, поздравить с этим замечательным праздником – Днем защитников Отечества. Пожелать всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирного, мирного неба нам всем и всегда. Всем мира, всем народам, всей землей поклонится за тот великий бой. 2020 – год памяти и славы. Год 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому в финале концерта прозвучала бессмертная песня «Гимн стойкости советского народа». Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный».